Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Но эта ситуация, наверное, нередкое явление. В общем, замужем 7 лет. Не сказать, что наши отношения очень хорошие, они скорее уже никакие. Мой муж ничего не хочет делать. Очень инфантилен. В общем, устала я от него. Но речь не о нем, а не о наших отношениях. Дело в том, что мне нравится его знакомый друг, не знаю, кто они друг другу. Виделись мы один раз, он тогда обратил внимание на одну мою деталь во внешности и сказал об этом мужу. Муж мне сказал, что якобы я понравилась его этому знакомому, но правда это или нет, я не знаю, так как муж, может, просто хотел сказать приятное. С недавних пор, когда муж напомнил мне эти слова знакомого, я почему-то не могу выкинуть его из головы. Я одно поняла, что с мужем быть не хочу, но как быть с этим молодым человеком, как поступить? Я понимаю, что, скорее всего, я ему не интересна, да и то, что они все-таки знакомы, я буду бывшей. Но как быть, если не можешь выкинуть его из головы? Как поступить? Признаться? Я буду выглядеть глупо, оставить все как есть и забыть? Смотрите. Я думаю, что он... Ключевым моментом в вашей ситуации является то, что вы не сможете по своему желанию, да, забыть этого человека и не сможете по своему желанию выбрать, значит, ну, что вам, например, чувствовать, да, или что вам не чувствовать, то есть вот не получится так сделать, к сожалению. Это вот невозможно. Тут нужно смотреть в корень, что если вы не можете забыть человека, то с чем это связано? То есть, что значит, я не могу вот его забыть? О чем это нам, ну, о чем это нам говорит? С какой потребностью, с каким желанием это связано. Исходя из вашего текста, можно сделать такой вывод, что вы человека идеализируете. Потому что вы его не знаете, да, и просто вот в какой-то степени себе, значит, допридумали его, ну, в смысле, молодого человека, вот этого человека, да, и влюбились в образ. А в образ вы влюбились. Да, тоже важный момент. А в образ вы влюбились не случайно. А в образ вы влюбились, потому что вам не хватает реализации. То есть, как бы, что получается за счет человека, да, за счет вот него вы хотите реализоваться, ну, потому что с мужем у вас
реализоваться не получается. Вот. Ну, тут, точнее, больше про то, что вот с мужем вы себя как-то женщина не чувствуете, да, вы говорите, что муж инфантилен и так далее. Тут, ну, вы же сами понимаете, что если бы у вас с вашим мужем все было бы хорошо, да? Вот. То этой бы ситуации не возникло. И вот, и если бы вы себя чувствовали, ну, женщиной, в полной мере, так сказать, вот. А на данный момент вы себя таковой не ощущаете. И, собственно, вот этот момент, который вас мотивирует, который вас, так сказать, якорит и дает вам возможность застрять, скажем, так скажем, в этой ситуации, ну, в этой вот истории. Вот. Поэтому здесь все взаимосвязано, и если говорить о том, ну вот, если говорить про то, допустим, что вам делать с этим мужчиной, да, то я думаю, что для начала, в целом, для начала, было бы как-то вот, наверное, неплохо вам, значит, с ним встретиться, вот, ну, проверить вообще, насколько то, что вы, значит, ну, вот, насколько то, что вы о нем думаете, совпадает с, скажем так, реальностью, да, то есть, вот, ну, не ошибаетесь ли вы, там, относительно него, то есть вот, ну, не идеализируете ли вы его, вот, то есть это вот, такой момент, достаточно, получается важный. А дальше уже смотреть, как бы, если не идеализируете, да, если вот, ну, как-то вот в целом, значит, то, ну, скажем так, совпадает, да, то, что вы о нем, например, ну, думаете, да, что вы, ну, как-то представляли, да, вот, если это совпадает, то в таком случае, я думаю, значит, нужно решать
что вам делать с мужем. Вот. Потому что вы говорите, что с мужем быть не хотите, ну так это как бы, ну, это понятно, что вы не хотите быть, значит, с мужем. Это ну, понятно, как бы. Вот. А идея немножечко, ну, моя, по крайней мере, заключается в том, что вот хорошо, что вы, условно говоря, поняли, что не хотите быть с мужем, но что дальше? Вот. То есть сейчас это выглядит так, что, ну, как бы вот, значит, с мужем я быть не хочу, да, вот, но и решать что-то, вот, я не хочу, как бы, то, ну, тоже, вот. Сейчас это так выглядит, к сожалению. Вот. Ну, и, соответственно, то, что вы описываете, может быть, простым увлечением, то есть простым увлечением мужчины на, ну, на фоне, так сказать. Да, ну, на фоне, вот, некого, ну, кризиса в отношениях. А может быть, чем-то срывным. Вот. И чтобы, ну, чтобы понять, да, вот, ну, насколько это серьезно и серьезно ли, вот, чтобы это понять, да, вот. Ну, наверное, нужно вот как-то, ну, разобраться, значит, в себе сначала. То есть я бы, ну, наверное, вот так бы сказал сейчас. Значит, ну, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии и так далее. Ну, вот. Такой какой-то ответ. Вот прямо сейчас я могу вам дать, могу предложить. Вот, значит, ну, вот, в целом, как я это вижу, что вы немножечко вот избегаете смотреть в корень ситуации, избегаете, значит, ну, работы над собой, вот вы избегаете, к сожалению. Вот. И, судя по всему, вероятно, вы зависимы от своего мужа. То есть у вас, вот, наверное, зависимость, страх одиночества и так далее. Поэтому надо помочь вам увидеть, какое желание вот, стоит за тем, что вы не можете его выкинуть из головы. А вот, что за этим стоит, какая у этого субъективная сторона. Что вам хочется? Может быть, какую-то проблему решать. Вот, не всегда это легко признать, но нужно, необходимо. Необходимо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!